Вас приветствует компания «Автошпион». Сегодня у нас очередная машинка из серии «Смотрим ремонтированные автомобили». Это Mercedes A180, машина 2012 года, с достаточно маленьким пробегом, там порядка 17 тысяч набегал всего лишь. Пробег действительно реальный, потому что вторые руки, но вторые руки куплены были с очень-очень маленьким пробегом, и машина ездит до метро. То есть, как говорится, возят любимую хозяйку, по рулю, я думаю, видите, до метро и обратно до дома. Этот автомобиль также подвергался ремонту, но в отличие от видео, где вы смотрели Freelander, здесь увидеть этот следы ремонта без толщиномера нельзя. Что здесь было? Здесь произведен был ремонт дверей. Как сказал владелец, кто-то, не знаю, там со зла, не со зла, процарапал ключом двери. То есть, соответственно, была косметическая покраска. Как вы сами понимаете, при этом все болты будут живы, потому что двери не снимаются при таких вещах. Ну вот, можем посмотреть. Соответственно, как вы увидели, болты все целые, не повреждены. То есть при визуальном осмотре это увидеть нельзя. И в принципе покраска выполнена сама по себе достаточно неплохо. Но включаем волшебный прибор. Смотрим дверь. То есть уже зашкаливающие показания, потому что толщина окрашенной покрытия на Мерседесах АБ класса не должна превышать где-то примерно 100-110 микрометров. Ну вот можем покрышку сравнить. То есть то, что я говорил, 100-110, но не больше. Это именно вот АБ класс. Выше там под толще краска становится, потому что сама глубина цвета больше. Соответственно, заднюю дверь. Здесь, как мы видим, здесь толщина лакокрасочного покрытия в 2-3 раза превышает норму. Как и говорил, процарапали ключом, процарапали два раза. Первый раз затронул обе двери, второй раз затронул частично первую, чуть-чуть, и вторую. Поэтому, получается, задняя дверь крашена по косметике, как говорится, косметический ремонт два раза. То есть каждый раз по сотне идет напыление. Это именно косметический ремонт. Дальше, сейчас еще один покажем нюанс, который, ну, просто увидели при осмотре. Как я говорил, автомобиль ездит до метро и обратно. Соответственно, этот нюанс можно увидеть следующим образом. Я открою маслозаливную горловину. Мы увидим вот такое вот ее состояние с достаточно большим количеством конденсата. То есть это просто говорит о том, что не какие-то проблемы с двигателем, а что машина не успевает прогреться по нормальному двигателю. Соответственно, завели, проехали пару-тройку километров, заглушили все и пошли. Ну, как бы здесь движок 1.6 стоит. Ему все равно нужно время, какой-то инерция, особенно зимой, чтобы прогреться. Ну и то, что, конечно, нас честно поражает, это размеры горловины, извиняюсь, для залива омывающей жидкости. Горловина называется «по пьяни не промахнешься», но по пьяни ездить нельзя. Вот такой получился достаточно краткий обзор вот этой малышки. На самом деле достаточно прикольная машинка, шустрая, то есть для города вообще просто супер, для Москвы в том числе. Но, как я уже говорил, ремонт был, но глазами вы его не увидите. Именно для этого существует наша компания. Конечно же, как не прорекламироваться, но на самом деле сильно пользуйтесь нашими услугами, можно даже пользоваться услугами наших конкурентов. Но всегда думайте перед покупкой машины, всегда ее обязательно проверяйте, потому что это ваши деньги, вы их заработали. Ну а так, подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, всем пока!